Тюмени началась подготовка к региональному чемпионату WorldSkills. Он пройдет в начале декабря в пятый раз. В этом году участники будут бороться за звание лучшего в 34 компетенциях. Помимо традиционных, появились новые. Например, промышленная автоматика, управление ЖД-транспортом, предпринимательство. Еще одна особенность – теперь представители вузов, техникумов и колледжей соревнуются отдельно. Это, получается, инициатива Союза WorldSkills, это как бы не наша инициатива. Ну, я думаю, что, наверное, уровень подготовки все-таки разный, да, средняя профессиональная образовательная организация готовит специалистов среднего звена, да, там высшие. К слову, в прошлом региональном чемпионате соревновались 200 человек из 5 регионов. Двое студентов из Тюмени дошли до финала международного уровня. В этом году он пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября.